Доброго весеннего утра. Не начнем. Не начали еще? А сейчас так весна и не приходит, потому что не вот потому что Алексей не начал. Поэзия есть высший род искусства. Угу. Даже так, да? Да. И сногсшибательная подборка книг. И это было мое слово, сногсшибательное. Да, я скажу, умопомрачительная подборка книг. А я тогда скажу, давай еще раз напишу. И я с тобой соглашусь. Что скучно? Прямо скучно. В смысле, мне станцевать? Я смотрю туда на свои слова, да, а тут я, смотрю да, сюда. Да. Зачем я смотрю туда, когда говоришь ты? Я просто делал с майонезом. А, все, тогда молчи. Ну, просто наисвежайший интернет-конкурс про искусство. Что я говорю? Третий. Я замолвен, я поискал. Пей кофе, иди дальше. Забыла, как зовут Катя Орлова. Орлова, прости. А это уже совсем другая история. Вырезается из славы. Чем сегодня? А можете не порадовать? Как захотите вообще. Та-дам! Все.